Застройщик густонаселенного микрорайона «Пригород Лесное» совместно с местной управляющей компанией следят за состоянием дворов на данной территории. Здесь провели благоустройство, высадили деревья и кустарники. Одновременно с этим жителям предложили поучаствовать в проекте «Городские огороды», в рамках которого они могут вырастить все, что угодно в шаговой доступности от своего дома. В тестовом режиме сейчас мы среди жителей выбираем, так скажем, главу данного проекта, который и будет вести общение с каждым из участников данного проекта. Мы будем также поддерживать коммуникацию с ним в онлайн-процессе. В случае потребности в строительном материале, да, можно к нам обращаться. Мы оперативно застройщик, управляющая компания организуем, привезем, поможем силами реализовать. Жители откликнулись на предложенную идею, ведь для многих сельское хозяйство и садоводство – любимые сезонные увлечения. Теперь появилась возможность создать свои грядки с нуля, а в конце лета собрать с них урожай. Людмила Задьбинова выросла в Калмыкии, где большая часть овощей и зелени на столе была со своего огорода. Я не понимаю, как это покупать укроп в магазине, я не понимаю, как петрушку покупать в магазине, я не понимаю, лук покупать в магазине, я не понимаю этого. Вот, вышел себе в огороде, сорвал лучок, сорвал петрушечку, сорвал укропчик. Свеженький и хороший. Кроме того, такой проект позволит наладить социальные связи в жилом комплексе, а соседям поближе узнать друг друга. В нашем молодом ЖК общение и коммуникация с соседями достаточно активная. А это вот еще один из моментов, одно из мероприятий, одно из хобби, в котором можно общаться, взаимодействовать, ну и, соответственно, отдыхать от городской суеты. Всю организацию процесса, обеспечение инвентарем и дальнейший полив грядок взяли на себя застройщик и управляющая компания. Городские земледельцы могут принести с собой любые саженцы и семена. Планируется, что со временем к проекту будут присоединяться все больше жителей микрорайона. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.